Многодетные семьи республики получат по 5000 рублей на каждого ребенка для подготовки к школе. Отметим, что в Чувашии более 14 тысяч многодетных семей, из которых 11 700 имеют низкий доход. В них воспитываются около 25 тысяч детей. Эти семьи могут рассчитывать на эту единовременную выплату. Мы все с вами понимаем, сколько стоит расходов в семье, чтобы собрать одного ребенка в школу. В многодетных семьях, конечно же, эти расходы кратно увеличиваются. В Рио главы республики Олегом Алексеевичем Николаевым принято решение об оказании единовременной помощи многодетным, нуждающимся семьям. На эти цели будет выделено порядка 130 миллионов рублей. Минтрудом Чувашии ведется разработка нормативных актов, программных продуктов для того, чтобы наши многодетные семьи смогли обратиться за этой выплатой в период после 10 августа и до 1 октября текущего года.